Хрю. Иду по лесу от метров 40. Коза. Думаю, не уж козел меня так подпустил. Ладно, хватит сидеть ее дразнить. Если бы вот сейчас не шевельнулся, когда она ко мне бежала, подбежала бы ко мне в упор. Я думаю, прямо под самые ноги. Бежала-то где-то она вот здесь, наверное. Никого пятнистенького тут не видать. Он где-то спрятавшись. Чуял меня. Ветер от меня дунул. Шел, вообще не думал, что тут кто-то есть. А вон вот, получается, у березки метров 30, наверное. Вот так вот случайно бывает даже. Какие-то мысли у него свои в голове, видимо, были.
шаги. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть шагов максимум. Вот так вот. Козликов встречаться сейчас будут. Сразу пытается бегством спастись. Видно уже плохо.
Серьезный какой-то манок, они даже не это. Не боятся. Хоть напугал это наконец-то. Уже нифига, в общем, два каких-то там силуэта пытаются. Там еще два идет. Не видно уже, в общем, нифига в камеру.